Blockchain Ireland – онлайн-платформу для привлечения международных блокчейн-проектов в Ирландию и последующего сотрудничества между ними запускает Государственное агентство Ирландии по привлечению иностранных инвестиций IDA Ireland. В числе других инициаторов проекта – Министерство финансов Ирландии и компания Consensus, основатель которой – один из создателей Ethereum Джозеф Любин. Напомним, что именно в Ирландии были зарегистрированы такие блокчейн-стартапы, как Circle, AidTech и ArcNet. Кроме того, в Дублине находится блокчейн-лаборатория компании Deloitte, а MasterCard недавно озвучил планы нанять ряд экспертов по блокчейну для лаборатории также в окрестностях Дублина.